Так, ребятки, всем добрый день! Приветствую вас на нашем YouTube-канале. У нас сегодня наш любимый экземпляр – это Dodge Challenger. Очень нам нравятся эти тачки, любимые мустанги, камары. Но челики почему-то больше всего. Вон, кстати, стоит еще один челик. Челик в работе. Вон еще тоже там стоит, если можно посмотреть. Многие из наших сотрудников тоже предпочитают Dodge Challenger. Вот, классная, интересная тачка. Этот вариант мы привезли из США для нашего клиента. Уже, кстати, переобули на новую зимнюю резину. Кстати, всем рекомендуем, да? Ну, не то, что всем рекомендуем. Зимой это сейчас у нас будет обязательное условие, чтобы если машина будет ехать своим ходом на таможню, и дальше, если она будет ехать своим ходом, то мы обязательно ставим зимнюю резину. На этом экономить точно не стоит. Здесь что? Здесь все хорошо по задней части. По боковой части там каких-то недочетов нет. Основное повреждение у этой машины, так как она была на страховом аукционе, получилось по передней части было ударено крыло, капот, бампер. Ну, бампер, понятно, под замену. Видите, он тут уже прохудился немножечко. Вот. Но главное что? Главное, что под крылом все абсолютно хорошее. Стрела, передняя стоечка, все целенькое, все замечательно. Машина себя ведет достаточно хорошо и выглядит достаточно неплохо. Да, там каких-то либо косяков по ней дополнительных нет. Пошли посмотрим, какого она четкого года выпуска. Так, кстати, в челиках, да и вообще почти во всех даджах табличка крепится на дверь. На многих машинах, на американских, эта дубляжащая табличка крепится на стойку, тут она висит на двери. Тут мы можем увидеть, что машинка 9 месяца 2018 года. Вот. Это уже плюс. Да, давайте сразу так, что по комплектации. Тропчанный салон, 3.6 двигатель, мониторчик есть, кнопки заводятся. Бесключевой доступ у нее тоже будет, камера заднего вида у нее обязательно будет. Достаточно чистенький, неплохой, ухоженный салончик. Так, давайте заведем, посмотрим на пробег. Оп. А, ребятки, прикол. Ну, не то, что прикол, да, наверное, такой легкий лайфхак. В ключе села батарейка. Нажимая на кнопку, не заводится. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно достаточно просто ключом нажать на кнопку, и машина заведется. Здесь видим, уже перевели в километры, тут 39 622 километра машина проехала. Ну, так в целом все по ней замечательно. Ошибок. На самом деле даже нет никаких ошибок, потому что сняли просто навесное, все остальное работает. Вот такой вариант. Кстати, быстренько покажем вам еще второй этап работы. Это вот Tesla Model S Plate. Грузят ее пауком, называется это приспособление. Вот. И эта машина сейчас поедет на таможню. Кстати, кто не видел днище Теслы, можете быстренько посмотреть. Биджо, привет. Палку ему надо. А? Палку. Палку? Да. Ну, сейчас будем искать. Попросишь палку? Нет, челика надо. Так, ну не будем отвлекать людей. Вернемся к нашему челику, да? Что мы имеем? 2018 год, 39 тысяч километров пробега, достаточно хороший пробег, легкое повреждение, целая безопасность, целые лонжероны. И главный вопрос, сколько же получится такой автомобиль под ключ? Ребята, такая тачка вам обойдется примерно до 30 тысяч долларов. От 25 и до 30 тысяч долларов, в зависимости от пробега, комплектации, степени повреждения и так далее. То есть эта машина на сегодняшний день примерно там 22 тысячи обошлась клиенту, плюс нужно сделать ремонт. Но по ремонту, я думаю, вы видите, что здесь достаточно немного, то есть достаточно поменять бампер, крыло, капот. Ну, из такого видимого, что здесь есть. Все остальное у нее абсолютно целое, хорошенькое, что состояние, что в принципе сам автомобиль. Вот. Цветовые гаммы у них, как правило, они там либо черные, либо белые, либо серые. Очень редко попадается зеленый. Помните, у нас был крутой зеленый 6.4 челик. Ну, в общем, вот так вот. Так что, если у вас нет вопросов, всем спасибо за внимание. Желаем всем хорошего дня, вечера, какое время. Вот. И до скорых встреч. Пишите нам в Instagram, либо оставляйте заявки на сайте, если хотите видеть и привозить такие же классные тачки, какие привозим мы.